Всем привет! А ты воду берешь, да? Да, 4 штуки. Ну давай, загружай. Ты одну дай, Лайла поможет тебе. Что, с этой штукой не тяжело? Нет. Что-то Берол все деревья здесь пообрезали. Почему? Так красиво было. Из-за дома, да, то, что мешает? Свет не падает, да? Да, все пообрезали, смотрите. Так красиво было. А? Ну, Берол, ну не все же, посмотри, там вдалеке. Они только один ствол оставили. Я же за это заикалась. Поэтому мне нравится. У нас в Куруджуке нашем зелено, хорошо, да? Конечно. Воздух свежий, поэтому. Да, собачка? Не собака, Лайла. Лайла. Собака Лайла. А что она хочет? Просто гулять? Да. Она не убежит, да, никуда? Счастливы, у меня рядом. Да я знаю. Все счастливы, у меня рядом, только не ты, да? Почему? Я тоже, видишь, счастлива тут прыгаю от счастья. Берол приехал вчера ночью. Я так переживала, думала, что он, ну, не, да, только в Новый год приедет, 31-го. В общем, слава богу, получилось. Поэтому мы сейчас едем по делам. Мы сейчас, наверное, едем в Сапанджу. Наверное. Берол, мы в Сапанджу сейчас едем? А? В Сапанджу едем? Здесь дадим, здесь а. Телефоном, да. Да, отдадим воду и поедем в Сапанджу. Там кое-что тоже забрать надо. Девчонки у бабушки остались с Амджой вместе. Я хотела их с собой забрать, но, в общем, захотели там остаться. А, Коркма. Коркма. Банкоркер. Ищите зарар вермес. Да, я, кстати, тоже побаиваюсь собак. У нас, когда особенно идешь в магазин, и там просто штук 10 их, я поначалу вообще очень боялась. Они там везде вот так вот, одна там. Идешь и боишься. Ну, сейчас уже они меня знают, я тоже привыкла, уже иду спокойно. Собаки у нас там много же, очень много, вообще стаями бегают. Но они все вот со специальной этой штукой на ухе. Собаки. Ну, то есть все с ними в порядке, без бешенства, да? Без ничего. А? Собаки знают. Че ты ржешь? Че ты ржешь, что меня собаки знают? Мы уже почти подъехали, видите, с такой штукой. Сейчас смотрю, там мандарины. Надо прикупить прям много-много мандарин, апельсин, вообще фруктов, чтобы все на столе было изобилие фруктов. Как можно больше. Кстати, решили в этом году приготовить рыбу на Новый год. Обычно, ну, в том году у нас была индейка, которая вообще никому не вкатила, кроме семьи брата моего мужа. А в этот раз мы решили рыбу. Большую я трудно ем, ну, не очень. Поэтому мы решили маленькую тоже пожарить. Такую, в принципе, могу. Вот. У нас будет такой в этом году стол, больше такой морской, скажем так. Будет салатик мой, ну, который по типу селедки под шубой. Будет там с крабовыми палочками, будет рыба, в общем, все такое. Конечно же, говядину мы жарить не будем, чтобы не расстраивать быка. Вот. В общем, такое будет все. Так, пикают. Пик. А, ты деньги снимал? Да. А я думала, Берол пошел спросить, куда дальше ехать. Думаю, вроде все показано. Так непривычно, едем вдвоем прям. Так
такая тишина и спокойствие. Подсказываю. Проезжали, увидели, что базар работает, решили заскочить, посмотреть. Они же собираются. Карту не дала? У меня твоя карта. Моя у тебя. У меня твоя. Моя. Мы тут покупаем пижонки. Уже все собираются. Вот эти вот уйрадочки такие же. Хорошенькие. Ну пошли. Что, пойдем? Ну давай так. Вообще мелота, конечно. Она будет белая. Ну я бы такие купила. Так, на старичок. Всего лишь несколько посмотрели, и все равно они уже собираются. Бежим дальше. Какие дожди. Что? Ну еще. Ну, встала. Как ты еще? Сейчас, солнышко. Твоя мама заберет тебя. Заберет тебя, мама. Заберет, мой сладкий. Вообще, я комендант сок ее. Думаю, что за звук? Вкусный семит? А? Вкусненько. Надо ремонт. Господи. Жесть вообще. Даже страшно подходить. Мы здесь сделаем нормально, потом сюда приедем. Ты в моей смерти ходишь? Это окно есть. Окно есть. Вот это окно есть. Я буду убирать новые постройки. Вот здесь тоже надо подделать, смотри. Да. Мантолома тут надо, короче, бюро. Ну, мантолома надо, но сейчас не могу. Ну, это понятно. Я сама, чтобы перенесла куда-то. Буду сделать здесь. А здесь уехали? Приехали новые. А, новые, да? А почему они сами не дают брату деньги? А? Да, он дала. А, они ему дают, да? А он, понятно. Ну, и тячок. Ага. Сколько ему лет уже? Когда построили примерно? 100%. 100 лет есть? А? Прям очень, конечно. Филели бунu attı mı? Запах такой, ну вот, как старым пахнет. Шея кумеля! Но если привести этот дом в порядок, если бы бюро вот пришел сюда на месяц, да, была бы возможность, он бы тут такую конфетку сделал, да, бюро? Просто, конечно, нужны финансы, чтобы привести в порядок дом. А что у них нож тут валяется? Дети бегают. Разговорчивая моя. Ля-л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 я
другие, но уступила папе, потому что папа, что приятненько ему было. Это она меня копирует, что ли? Да. Такая, хватит да-да-да-да-да с папой, да спокойно постоять. А мама опять
Дотя! Альбин! Тра-та-тыски, тра-та-та, 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 тра-та-тыски, тра-та-та. Аукшат, аукшат. Я не знаю, мы ждем. Ждем, пока придет дядя. Что я тут сдалека увидела? Такие вот развивающие альбиночки. Но это сильно, наверное, мелкие будут. Еще там не написано со скольки. А, да, 3+. Люби читать. Читать, да. Вот инструмент. Мама, у меня кетчуп. Кетчуп, пошли кетчуп. А вот для рыбы, как я говорила, да. Двойная. Купим только. Сколько стоит? Да, нет, мечтали сейчас. Нет, Миш. Нет, сейчас не будет. Ой. Сумка упала. О, смотри, какие маленькие это розовенькие. Да. Моя боль. Смотрю на эти сковородки все. Вообще, думаю, завтра такой надо. Думаю, когда же я уже куплю себе. Если рыба делаем. Ну-ка, сет. Ики, ики. Если будем рыба делать, 38. Такой надо вообще. Ну, мы как-то делали до этого без нее. Сделаем еще без нее. Сейчас же как бы не чокля. Ну, это обыкновенно, да, такие. Неженцы. О, вот эти, смотрите, такие кружечки. Всего интересного много, как всегда. Кстати, я часы хочу повесить, но ты ходишь вечно. Девчонки телефон заберут, сейчас и не знаешь. Будет закрыт магазин, мы будем здесь заставить. А, пошли. В магазине уже выключили свет, мы убегаем. Я сказал тебе, да? В одном отделе. Мы будем здесь заставить. Нет, я не хочу. А может, и хочу в каком-нибудь сладком отделе. Мы будем вместе жрать. Я с Джиком вместе. А, ты не взял этот телефон, чтобы мы фильм могли смотреть? Телефон рядом. Да? Давай. А, вот макарон. Ни разу в жизни не пробовала. Ну, может, пробовала, но я вот не помню. Здесь 14 лир стоит, 4 штуки. Так, йогурт. Возьму. 3 января. Да, есть еще время. Берол пошел за молоком. Ты как классно. Сразу пекут и сразу же продают горячие. Да, я вижу цветочки. Ты же брат пошел за хлебом. Ну, мы редко покупаем хлеб, потому что у нас так это в основном бюро для себя берет, но мы таких редко берем. Ну, здесь вкус. Тут, видите, написано, есть поча, семит. Вот который папатя экмек, он вообще вот вкусненький такой. Там такие как бы кругляшочки, вот делишь, он вкусненький. Берол тоже любит рабзон, пастун, кёй. Вот кёй Берол любит. Берет. Мы сыр тоже кукурузный. Чавдар есть, кипек. Всякий разный, какой хотите. Деревенский, очень, да? Очень люблю, еще очень мягенькая. Да, любит он деревенский взял. Он очень такой мягенький. Еще это вообще органик это. Да. Только пришли. Она была в шапочке, такие кудряшки получились, такая смешная. Ты моя кудряшечка. Кудряшечка. Шоколадовая. Какой шоколадовая? Моя шоколадовая. Ага. Моя. А, поняла. Дай. Ну подожди, раздевайся. Надо это, только пришли, надо быстрее, быстрее закрывать. А где Зейтин? Что-то он нас не встречает. Зейтин! А где Зейтин? Что-то я не знаю. Зейтин! Кто? Нет его здесь. Кто? Что-то Зейтин нас не встречает. Зейтин! На площадью! Не... Где? Тут! Ты нашла эту тушенку? Ты что? Привет, Зейтин! Ты проснулся? Раздевайся. Мама, знаешь, куда-то боя? Ты раздевайся давай. Это отсюда убираем. Раздевайся. Шоколад боя. Большой. Раздевайся. Дай.
Дай, дай, дай. Дай, уехал в Китай, сказал мне. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.